Здравствуйте, мои зрители. Вот очередной пакет из Китая. Пришло очень интересное устройство, которому я этот сюжет сейчас посвящу. Это устройство контроллер заряда. В отличие от других контроллеров, он имеет достаточно высокое входное напряжение, 60 вольт максимальное, что позволяет его, в общем, использовать не только с солнечными батареями, но и с турбинами самодельными всякими, электрогенераторами на неодимовых магнитах, которые как раз славятся тем, что у них высокое напряжение. Попутешествовал он изрядно по России, этот пакет. Почта России, мягко говоря, задолбала просто пересылками. Ну вот он прибыл наконец-то ко мне. Отлично упакован, просто одна из самых лучших упаковок, наверное, на Алиэкспресс. То есть пленочки этой, пеночки не пожалел продавец, все обмазал. Ну и вот, собственно, модуль. Импульсный блок питания на входе. Релюшка мощная с контактами. Выход на аккумулятор, ну то есть на источник, который накапливает. Причем у релюшки логический режим. Там микропроцессор реализует, который следит за напряжением аккумулятора как максимальным, так и минимальным. То есть он при достижении минималки включает зарядку, при достижении номинального аккумулятора напряжения. То есть и эти напряжения можно, самое главное, выставлять. То есть в принципе можно заряжать и 24 вольта батарею, можно заряжать и маленький литиевый аккумулятор с помощью этого девайса. То есть его как бы шим реализует широкий спектр нагрузки, в отличие от других устройств, которые имеют фиксированное выходное напряжение. Ну а высокое входное — это просто супер. То есть можно и 12 вольт подать от бортсети автомобиля, и 24, и 36, и вообще любое нестандартное напряжение, хоть от блока питания там 40. Ну то есть все, что есть под рукой, втыкаем, устанавливаем уставку и смотрим. Ну вот тут я втупил сейчас. Кстати, у этого блока еще есть защита от обратки. Вот я сейчас втупил, включил нагрузку, аккумулятор неправильно. То есть как бы, ну, немножко там нелогично клеммы сделаны. То есть в середине два общих, а плюсовые концы по краям. Поэтому если кто будет делать, обратите внимание на это устройство. Ну вот сейчас включил правильно и смотрим. Синий светодиод у меня просто параллельно аккумулятору показывает как бы напряжение. Вот с помощью одной кнопочки правой я выставляю максимальное напряжение, ну, отключение заряда. С помощью левой, которая запускает, я выставляю, при котором стартует, ну то есть напряжение как бы разряда аккумулятора. Все, шим нормальный. Микросхема, вон видно, нормальный радиатор сделан. То есть ничего не надо уже, да, дорабатывать. Конечно, на вход можно воткнуть побольше кондюрик, потому что стоит всего лишь 47 микрофарад на 100 вольт. Ну и как бы на выходе на 35 вольт кондюрик. Как бы немножко маловато. Воткнуть так 1000, 1500, 2000. Ну, в принципе, не такая сложная задача. Клеммы тоже как бы не сильно мощные. Ну, крепенькие, все, конечно, получше, чем у других блочков. Ну, как бы так. Всегда чего-то хочется покруче, да, поэтому. Ну, в пределах бюджета за $10, я думаю, это вполне интересный комплект. Вот я выставил и поставил, солнца сейчас нет, поставил на зарядку и как бы, и бог с ним. Ну то есть все, респект продавцу, вполне себе хороший, добротный товар. То есть все так продумано, в схеме ничего лишнего. Паять, конечно, будет явно дороже, потому что та же релюшка обойдется, и разъемы обойдутся сейчас по нынешним ценам рублей в 400, что уже приближается еще индикация и прочее, то есть к цене комплекта. Вот такие дела. Кому интересно, спрашивайте в процессе эксплуатации. Я его брал, конечно, под широкодиапазонный именно вход, то есть согласовывать с солнечными батареями, с генераторами самодельными, ну то есть под задачи именно мобильных путешествий. Ну все, до свидания.